В рамках акции «Чтобы помнили», сотрудники полиции проведут лекции о Великой Отечественной войне в учебных заведениях и Орла, и области. Акция только-только стартовала, и в ее расписании еще будут носиться изменения. Пока же планируется, что десанты из правоохранителей, усиленные ветеранами МВД и войны, историками и общественными деятелями, будет встречаться с учащимися средних и высших вузов. Вот это встреча с учениками школы номер 32. Разговор шел о войне, о главных операциях советской армии и героях, приведших нашу страну к победе, о годах оккупации Орловской области и о партизанском движении на Орловщине. И, конечно же, о деятельности милиции в годы войны. Экскурсоводы по тем самым годам стали ветераны. Чьи же еще свидетельства наиболее правдивы и ценны? Я никогда не забуду, когда на моих глазах бежали фашисты, и вдруг пацан, которому вместе мы играли, ему годика было 3-4, он как-то замешкался и попал под ноги этому фашисту. Фашист развернулся и сапогом переломил ребенка на две части. Запомните, вот что такое фашист. Это бесовское племя, для которых нет ничего святого, ни детей, ни женщин, ничего. И поэтому, зная, что вы будущая наша смена, вы будущие офицеры, будущие солдаты российской армии, готовьтесь заранее, ибо нам грозят каждый день. Акция ставит целью патриотическое воспитание подрастающего поколения на героических примерах сотрудников милиции, участвовавших в Великой Отечественной, повышение престижа службы в полиции и тому подобное. Кстати, историю вспоминали даже с помощью песни. Патроны кончились, больше не гранат, и живых осталось только семеро молодых солдат. А за дверями актового зала в это же самое время была открыта выставка, организованная ОМОНом. Бойцы предложили малышне для знакомства свой арсенал. И эти экспонаты, заметьте, бывали не раз в ОМОНовских командировках на Северный Кавказ. Случалось, стволы эти и стреляли, наводя где надо конституционный порядок. Но сами бойцы говорят, что нет оружия лучшего применения, кроме как во время таких вот выставок. Для зрителя, который еще только готовится стать новым героем. Сергей Быковский, Эдуард Чернаускас, Первый областной канал.